Глава 141. Нечего терять. «Это еще что?» — спрашивает Хадсон. Я не знаю, как ему ответить. Начать с того, что эта тварь огромна, как самая большая фура. У нее 4 ноги, морда, оканчивающаяся носом, остроконечные уши и очень длинный хвост. И думаю, в какой-нибудь альтернативной вселенной ее можно было бы назвать чем-то вроде волка. Но в нашей вселенной я не знаю, как можно назвать это существо. Знаю только, что оно не похоже ни на Дауда, ни на других знакомых мне человека-волков. Вдобавок к своим огромным размерам оно еще и полупрозрачно. У него нет шерсти, а через кожу видно все, что шерсть и нормальная кожа должны скрывать. Громадное сердце, легкие, желудок, кишки, жилы, кости и ярко-оранжевая кровь. У него бугорчатый серый хребет –